Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Напоминаю всем, что сегодня 1 августа, и предлагаю телепатически приобщаться к нашим медитациям 1, 2 и 3. Это очень серьезные дни. Первое число – это начало. Второе – это объединение всего со всем, работа с Христом. И третье – это трансформация сомритас. Поэтому, пожалуйста, приобщайтесь к нашей групповой работе. Сегодня вашему вниманию еще одна практика и тема «Жизнь на новой земле. Взгляд сверху. Отец Абсолют. Практики». Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, переходим к третьему пункту. Как вам выйти из зоны влияния шокирующей вас информации? С тем, чтобы не напитывать негативные события своей энергией, критики, осуждения, переживаний. Если вы преодолеете и этот барьер и сумеете относиться ровно к самым страшным преступлениям, происходящим на вашей планете, то ваше сознание действительно выйдет на новый энергетический уровень, необходимый для перехода. И сейчас я постараюсь как можно проще объяснить вам, чем отличается критическое отношение к происходящему человека дуального мира от полного приятия и понимания любого события человеком, чье сознание уже вышло за рамки трехмерности. Прежде всего, вам нужно научиться не вовлекаться эмоционально в происходящее вокруг, что, конечно, бывает сделать непросто, особенно если речь идет, например, о преступлениях против детей. Со стороны обычного человека такая реакция может восприниматься как бессердечие и равнодушие. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. К чему приводит активная критика и смакование жестоких подробностей с энергетической точки зрения? Она лишь множит негативные энергии, витающие вокруг этого события, тем самым усиливая страдания вовлеченных в ситуацию детей и наполняя еще большей агрессией тех, кто к этому причастен. Если вы не можете изменить эту ситуацию на физическом плане, то изменить ее на энергетическом вам вполне под силам. Поэтому мысленно окутайте этих детей энергией любви и попросите высшие силы Вселенной помочь им восстановиться физически и морально как можно быстрее. Поверьте, родные мои, все ваши просьбы, идущие во благо других, всегда исполняются, даже если вы сами не видите быстрого результата. Но помимо эмоциональной невовлеченности, вам нужно научиться мысленно отключаться от тяжелой для вас информации, не прокручивая без конца в голове услышанное или прочитанное, не пытаясь найти новые факты на эту тему, а отрезать от себя то, что вами уже проработано. Не имея возможности повлиять на какую-либо ситуацию, вам нужно просто ее отпускать на высшее благо всех, одновременно напитывая ее божественными энергиями. И для этого вы можете использовать вот такую несложную практику. Помещайте любую сложную ситуацию или шокирующее вас событие в воздушный шарик. Наполните его энергией вознесения и запускайте в небеса, где его подхватят высшие силы Вселенной и помогут разрешить эту ситуацию наилучшим образом на высшее благо всех. Поверьте, дорогие мои, ни одно преступление, ни одно злодеяние не остается безнаказанным, просто не все и не всегда вам бывает видно на физическом плане. Поэтому чувства критики, мести и гнева, присущие людям трехмерного мира, также разрушительны, как и сами преступные действия, поскольку все они несут в себе энергии негативного характера. И если вы сумели понять и почувствовать эту грань, то ваше сознание действительно пробудилось. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Вы прослушали тему «Взгляд
сверху. Маленькое дополнение. На канале здесь, YouTube Лора Шереметьева, есть ролик, называется он «Пентаграмма». Вы можете посмотреть этот ролик «Пентаграмма» и можете его применять в своей повседневной реальности. В самом ролике есть картинка «Звезда в звезде». Так же, как и «Творец в Творце», тоже есть такой ролик, пожалуйста, смотрите. Вы можете брать как защиту или как усиление своего могущества, или как сохранение своей энергии, золотая пентаграмма в золотой пентаграмме. Вот просто пробуйте. Вот мне верить не надо. Берите и пробуйте. У вас есть свои чувства, у вас свои мысли, у вас свои действия, у вас свой опыт земного существования. Более того, у вас свои выборы и свои цели. И свои задачи, свое предназначение. Поэтому, когда вы движетесь внутрь себя, когда вы движетесь в развороте к себе, то вы это все начинаете чувствовать. Таким образом, постепенно разворачивая свои потенциалы. Чтобы развернуть свои потенциалы, мне хотелось сделать ролик более развернутый, но, как всегда, не хватает этого времени, поэтому я очень коротко скажу, как мы работаем в группе. Чтобы развернуть свои потенциалы, надо выйти на баланс для начала. На баланс новой женской энергии с обновленной мужской энергией. То есть две новых энергии. Новая женская, новая мужская. И объединив их вот в этот баланс, о котором все время говорится, вы выходите таким образом на обнуление. В ту самую пустоту, о которой все говорят. Только это не просто пустота, а это пустота, наполненная потенциалами. И вы тоже выбираете свои потенциалы, свои дары. И таким образом вы выстраиваете из фракталов, вот как в мультфильмы делают, кадр, 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 а потом вы смотрите живой мультик. Движущиеся картинки получается. Также и у вас получается вращение ваших торов, вращение вашей меркавы, вращение ваших сфер. Вот это и есть пятимерное сознание. Или гибкое сознание, о котором сейчас очень много говорится. С вами в новых развернутых потенциалах. Еще очень много буду говорить на эту тему.